Всем доброе утро, вы смотрите новости, меня зовут Антон Скаль, и сразу к выпуску. В Заринском комплексном центре социального обслуживания населения бесплатно выдают социальное оборудование людям с инвалидностью. Это многофункциональные кровати, кресла-каталки с электроприводом, в том числе противопролежные матрасы и ходунки. Как еще центр помогает людям с ограниченными возможностями здоровья, расскажем в нашем следующем сюжете. Осторожно, осторожно, аккуратнее. Правую больше бери, правую больше бери. Жить с новым оборудованием стало легче, рассказывает Светлана Ходрева, житель Заринска. У женщины уже 15 лет рассеянный склероз, вторая группа инвалидности, не держат ноги. Фонд социальное страхование выдавал трость, ходунки, но Светлане уже требовалась помощь серьезнее. В комплексном центре социального обслуживания населения города Заринска ей выдали коляску, сиденье для ванны и подставку для спины. Я случайно в Инстаграме, в телефоне, вот, увидела, что они побывали где-то у кого-то в Смазнево, что ли, у каких-то вот тоже у больных. Ну, я просто написала, говорю, а мне вот, ну, никто, говорю, не помогает, так и так, ну, вот, написала, вот. Ну, и вот они мне тут же, на следующий день они мне перезвонили, и все. Специалисты комплексного центра приехали на следующий день, сразу изучили состояние здоровья Светланы и предложили получить оборудование бесплатно. Муж Светланы радостно делится. С новой коляской наконец-то смогут с женой, как раньше, гулять. Не выбирались за пределы двора уже 5 лет. Вот я говорю, давай, пока вождение не пройдешь, я никаких тебе это самое прав не выдам. Вот, все, и давай вождение проходить. Летом это обязаловка, как по погоде, будет нормально. Я обязательно с ней буду выводить Светланку мою, и мы будем ездить. В Заринском комплексном центре социального обслуживания населения людям с ограниченными возможностями здоровья выдают оборудование на прокат. Такая многофункциональная кровать предназначена специально для ухода за человеком, который сам себя обслуживать не в состоянии. Здесь можно прикрепить резервуар для воды, лейку и помыть больного. Есть держатель, с помощью которого человек сам может приподняться. И даже прикроватный столик. Здесь можно покормить больного. Специальная посуда на присосках и прорезиненная для более удобного держания. Помимо этого, здесь выдают кресла-каталки, сиденья для ванны, противопролежневые матрасы, подставки для спины. Все современное и удобное. Вот такими ходунками может пользоваться человек. И не все знают, что оказывается это сиденье, и на него можно присесть. Не все знают, что с ним можно пойти в магазин и сложить небольшое количество покупок. То есть такие ходунки, они просто помогут бабушке не сидеть закрытой в квартире, а выйти и обеспечить себя необходимыми продуктами. На новое оборудование в комплексный центр скоро поступит 7,5 миллионов рублей. Также здесь работает школа ухода. Ее специалисты прошли курсы, как обеспечить комфортные условия для людей с особенными потребностями. И теперь обучают этому родственников людей с ограниченными возможностями здоровья. Анна Москаленко, Денис Кузьменко. Новости. Более 70 уголовных расследований завершено в Алтайском крае за 2020 год. Эта цифра превышает показатели за 2019 год. Среди уголовных преступлений – мошенничество, коммерческий подкуп должностных полномочий, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, убийства, в том числе группы лиц. За этот год следователями Барнаульского следственного отдела на транспорте окончено производством более 70 уголовных дел. Если мы берем цифры 2019 года, мы маленько подросли. На 2-3 дела мы закончили больше. И окончено более 115 преступлений, эпизодов преступной направленности. Новый промышленный технопарк появится в Рубцовске. Объект компании «Юг-Алтая» начнет работу в первой половине 2022 года. Проект поддержан губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Его стоимость более 600 миллионов рублей. Из них 500 миллионов направлены из федерального бюджета, а 100 – частные вложения. Объект направлен на производство оборудования для машиностроения. Также планируется производство
нестандартизированного оборудования для промышленных предприятий края. Это решит проблему производителей сельхозмашин, которым часто приходится заказывать инструмент за рубежом. Кроме того, технопарк даст не менее 250 рабочих мест для жителей Рубцовска и будет взаимодействовать с учебными заведениями края. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего, продуктивного дня. Будьте здоровы, оставайтесь с нами.